Так, сегодня 19 августа, 17 год, Харьков. Тут сразу несколько достопримечательностей Харькова. Символов города Харькова, официальный символ города Харькова, зеркальная струя. О, и тут колокола. Все в куполах, все в зеркалах. Тут у нас второй символ Харькова, ну один из 12. Хотоп, Хнатоп, вон даже написано Хнатоп. Харьковский национальный академический, наверное, театр оперы и балета. Монументальностью своей, конечно, здание потрясает. Чем-то он мне напоминает мавзолей, поставленный на попа. Хотя там, конечно, не поп был, а Владимир Ильич. Мавзолей, поставленный на Владимира Ильича. Вверх ногами. Что, сынок? А? Что такое? Да. Да сейчас, сынок, даже. Вон там у нас. Ну, сейчас не видно отсюда за деревьями. Еще один символ Харькова. Вот как раз где белеет забор. Сейчас реконструкция. Там памятник Шевченко. Тоже 16-метровый монумент. Один из официальных, признанных в 2000 году Харьковским городским советом, символ Харькова. Ну и тут Быков выглядывает скромненько. Кадры из фильма «Бой идут одни старики». Ну, по крайней мере, в этом образе. Про церковь жен мироносец я не помню. Говорил, не говорил. Церковь 19 века была снесена во время Советского Союза. В начале 20 века. И отстроена буквально в начале 21-го. В 2014 году ее достраивали.